Я всех приветствую. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Я участвую в проекте Whole World с 2013 года. Сегодня мы поговорим о заполнении вашего профиля и для чего это делается. Вот здесь вот по умолчанию заходите в профиль, нажимаете три полосочки, вот профиль. По умолчанию здесь стоит у вас номер сертификата. Вот ИА, это Ирина Агапова, и вы можете его изменить. Нажимаете вот здесь на карандашик и вводите логин, который вам нравится. Дальше здесь вы подтверждаете свою электронную почту. Советую почтой mail не пользоваться, потому что письма от компании часто приходят в спам, либо вообще не доходят. Чтобы изменить вашу почту, вы можете также нажать на карандашик и указать новую почту. То же самое и с телефоном. То же самое и со скайпом. Далее вам нужно указать социальные сети, ваши аккаунты в соцсетях. Если у вас есть канал YouTube, значит, вы в нем авторизовываетесь. Ну, здесь у меня уже все указано. А так вы просто авторизовываетесь, нажимаете вот на иконочку YouTube, вас перекидывает на YouTube, и все. И соцсеть ваша привязывается. То же самое с Твиттером, то же самое с Фейсбуком, с Одноклассниками и ВКонтакте. Можно добавить еще социальную сеть. Вот здесь Mail.ru, живой журнал, Я.ru, Google+, Google, YouTube, Vimeo и так далее. Инстаграма я тут не увидела. Вот для чего это делается. Когда вы переходите по реферальной ссылочке, регистрируетесь и хотите связаться со спонсором. У спонсора есть ваш телефон, есть ваша почта и социальные сети. Очень часто вот мне пишут ВКонтакте: «Ирина, здравствуйте, я являюсь вашим рефералом, какие мои дальнейшие действия?» и так далее. Вот для чего это нужно. Дальше обязательно должна быть у вас фотография, потому что непривлекательны профили, которые без фотографии. Вот я бы под такого даже не зарегистрировалась бы. Ну и также вот здесь у меня фотография, статус опубликован. Чтобы ее изменить, нажимаете «Фотография», загружаете другое фото, и после проверки, ну, в течение 72 часов уже публикуют вашу другую фотографию. Далее текстовый отзыв вы пишете здесь просто от себя, все, что вы думаете о компании, и видеоотзыв. Ну, об этом уже в следующих видео. Моя реферальная ссылочка будет под этим видео. Регистрируйтесь и связывайтесь со мной как раз в социальных сетях, либо в WhatsApp, либо в Telegram. Всем пока!